Количество камер на дорогах увеличится. До конца 2024 года наблюдать за автолюбителями будут почти 20 тысяч камер. Сейчас в стране 9 тысяч комплексов видеофиксации. Минтранс России намерен расширить эту сеть, чтобы на дорогах стало безопаснее. Наблюдать за лихачами будут и на федеральных дорогах, и на региональных, а еще и на дорогах муниципального значения.